Добрый день, приветствуем вас на канале семьи Савченко. Сегодня у нас английский язык в рубрике «Разговорник и диалоги». Сегодня у нас вторая часть урока «Официальное представление». Официальное представление имеется в виду, что когда вы с кем-то знакомитесь или вас с кем-то знакомят, то мы представляем друг друга. Как мы это делаем? Мы говорим: она моя подруга, или это моя сестра, или это моя коллега. She is my sister. She is my friend. Давайте посмотрим видео, которое поможет нам сегодня в нашем уроке. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Hi, Angelina. Nice to meet you. Good to meet you, Vova. Сегодня мы будем разбирать вот такие вот фразы. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. She is my sister. Она моя сестра. She is a friend of mine. Она моя подруга. He is a friend of mine. Он мой друг. Наверное, скорее всего, вы слышали фразу He is my friend. Он мой друг. Но также правильно говорить He is a friend of mine. Он мой друг. She is a friend of mine. Она моя подруга. She is my cousin. Она моя двоюродная сестра. He is my cousin. Он мой двоюродный брат. She is my colleague. Она моя коллега. He is my colleague. Он мой коллега. Я напоминаю, что вы находитесь на канале семьи Савченко «Английский язык». Нас можно найти на YouTube-канале или на нашем семейном сайте www.savchenkofamily.com/english. Мы вернемся к уроку через небольшую паузу. Итак, английский язык, тема «Официальное представление». Как мы знакомимся или как мы представляем друг друга при знакомстве. Я напоминаю, что мы преподаем американский английский, и произношение не всегда может совпадать с британским. Давайте еще раз посмотрим видео, которое нам поможет сегодня в уроке. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Hi, Angelina. Nice to meet you. Good to meet you, Vova. Сегодняшние фразы, ну и не только эти, но вот эти фразы из видео. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Hi, Angelina. Nice to meet you. Good to meet you, Vova. Итак, первая фраза. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Привет, Вова. Это Ангелина. Она моя сестра. Давайте посмотрим эту фразу медленно в видео. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Давайте эту фразу скажем теперь вместе со мной медленно. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Привет, Вова. Это Ангелина. Она моя сестра. Давайте вот такую мы фразу разберем, если мы представляем мужчину. Мы говорим: привет, Вова, это Майк, он мой брат. Hi, Vova, this is Mike, he is my brother, он мой брат. Давайте мы перейдем к следующей фразе. Когда мы познакомили Ангелину с Вовой, Вова говорит: привет, Ангелина,
Приятно познакомиться с тобой. Hi, Angelina. Nice to meet you. Давайте посмотрим эту фразу в видео. Медленно вместе проговорим эту фразу с видео. Hi, Angelina. Nice to meet you. Давайте эту фразу скажем теперь медленно вместе со мной. Hi, Angelina. Nice to meet you. Привет, Ангелина. Приятно познакомиться с тобой. Давайте вместо Ангелины мы поставим Майк, которого мы знакомили с Вовой, который наш брат. Hi, Mike. Nice to meet you. То есть тут ничего не меняется, меняется только имя того человека, с кем нас познакомили. Давайте мы эту фразу еще раз посмотрим в видео. Hi, Angelina. Nice to meet you. Переходим к следующей фразе. Последняя заключительная фраза того человека, которого мы познакомили с Вовой, он отвечает. То есть в этом случае это Ангелина или Майк. Они отвечают: приятно познакомиться с тобой, Вова. Good to meet you, Вова. Good to meet you, Вова. Вместо good вы можете другое слово использовать, какое вы хотите. Glad to meet you, nice to meet you. Но в сегодняшнем уроке это у нас будет слово good. Давайте еще раз медленно проговорим эту фразу вместе с Ангелиной. Good to meet you, Vova. Good to meet you, Vova. Приятно познакомиться с тобой, Вова. Давайте мы рассмотрим еще дополнительные фразы, которые могут вам пригодиться. Первая фраза, которую мы уже смотрели. She is my sister. Она моя сестра. She is my sister. Давайте посмотрим эту фразу в видео. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Ударение было на she is my sister. Давайте посмотрим еще одну фразу дополнительную. Это, то есть она говорит, она моя подруга. Я не меняю вот эту вот фразу Hi, Vova, this is Angelina. Мы ее не будем уже говорить. Мы будем говорить только последнюю фразу внизу. She is a friend of mine. Она моя подруга. She is a friend of mine. Еще раз давайте фразу эту скажем медленно. She is a friend of mine. She is a friend of mine. Она моя подруга. Еще одну фразу, которую я вам хочу показать. Она подруга моей сестры. То есть я знакомлю, Ангелина это не моя подруга, а это подруга моей сестры. То есть я ее хочу именно таким образом представить другому человеку. She is a friend of my sister. Она подруга моей сестры. Еще раз. She is a friend of my sister. Давайте посмотрим эту фразу в видео. She is a friend of my sister. She is a friend of my sister. Она подруга моей сестры.
Она моя коллега. С кем мы работаем? Она моя коллега. She is my colleague. She is my colleague. Давайте послушаем эту фразу в видео. She is my colleague. She is my colleague. Она моя коллега. Коллега. Это товарищ по учебе, работе, профессии, роду знаний. Это сотрудник. С кем мы работаем, например? She is my colleague. Или если мужской род, то he is my colleague. Давайте как раз сейчас разберем в мужском роде. He is my colleague. Еще раз. He is my colleague. Он мой коллега. Другая фраза. Он мой брат. He is my brother. He is my brother. И последняя фраза. Он мой друг. He is a friend of mine. He is a friend of mine. Вот так мы разобрали все фразы из женского и мужского рода. А теперь время подготовиться к тесту. У вас есть время вернуться обратно к началу видео и посмотреть все фразы, потому что после паузы у нас будет тест. Итак, тест. Первая фраза. Привет, Вова. Это Ангелина. Она моя сестра. Только последнюю фразу мы скажем. Она моя сестра. Hi, Вова. This is Angelina. She? She is my sister. She is my sister. Следующая фраза. Привет, Ангелина. Приятно познакомиться с тобой. Hi, Angelina. Nice. Nice to meet you. Hi, Angelina. Nice to meet you. А если мы представляем Майка и говорим, что это наш брат? Привет, Вова. Это Майк. Он мой брат. Hi, Вова. This is Mike. He is my brother. И что мы отвечаем? Приятно познакомиться с тобой, Вова. Приятно познакомиться с тобой, Вова. Good. Good to meet you, Вова. Good to meet you, Вова. А теперь вот такие будут фразы вместе с видео. Hi, Вова, this is Angelina. Она моя сестра. She? She is my sister. Давайте послушаем, как это звучит. Hi, Vova. This is Angelina. She is my sister. Следующее задание. Она моя подруга. Она моя подруга. She is a friend of mine. Давайте послушаем, как это звучит. She is a friend
of mine. She is a friend of mine. Она подруга моей сестры. Это сложновато уже подумать. Она подруга моей сестры. She is a friend of my sister. Давайте послушаем, как видео это звучит. She is a friend of my sister. И быстро скажем эту фразу. She is a friend of my sister. Она подруга моей сестры. И предпоследнее задание. Она моя коллега. Она моя коллега. She is my colleague. She is my colleague. Это слово, оно, видите, так пишется совсем не так, как произносится. Так и хочется сказать college или еще что-то типа того. Но слово коллега произносится правильно colleague. Я вам скажу секрет, как мне помогло запомнить это слово. Когда мы говорим о коллеге, то мы чаще всего представляем какой-то офис, связанное что-то с этим. И телефон, call, call, звонить, call, colleague, colleague, звонить. То есть коллега, который, может быть, там звонит, или, то есть с офисом что-то связано, ну, я не знаю, это мне помогло, может, вам кому-то поможет, что ударение надо делать на первый слог, и первый слог это colleague, colleague. И последнее задание, трудное, все в мужском роде. Он мой коллега. Второе задание. Он мой брат. И последнее в этой графе. Он мой друг. Давайте теперь проверим себя. He is my colleague. Он мой коллега. He is my brother. Он мой брат. He is a friend of mine. Он мой друг. Молодцы! Great job! Я думаю, все справились с этим заданием. А напоследок мы еще раз посмотрим видео, с которым мы сегодня работали. Hi, Vova! This is Angelina. She is my sister. Hi, Angelina. Nice to meet you. Good to meet you, Vova. Я надеюсь, что эти фразы помогут вам когда-нибудь, когда вы будете кого-то представлять, или когда кто-то вас будет представлять, вы будете знать, что вам отвечать. Хочу показать вам некоторые из тем, которые мы хотим вам предложить в дальнейших уроках. Знакомство, разговор в школе, разговор в больнице, о погоде. Когда мы приходим в банк, что нам нужно сказать или спросить. Разговор в кафе, в магазине, прием на работу и многие другие. Хочу вам напомнить, что вы смотрели английский на канале «Семьей Савченко». Нас можно найти на YouTube-канале или на нашем сайте. Хочу сразу еще сказать, что каждый урок записывается в MP3 формате, который вы потом можете скачать себе и слушать в машине, на работе, дома, когда вам удобно. Если вам понравился этот урок, ставьте ваш лайк, оставляйте ваш комментарий и делитесь с вашими друзьями. Мы также предлагаем другие курсы английского языка. Вы можете просмотреть их на нашем канале. И мы приглашаем всех подписываться на наш семейный канал. Спасибо, что смотрели этот урок. Всего вам хорошего. До свидания.